Всем здорова, дорогие подписчики, с вами Гостин Диман, а также Донни, и сегодня мы вновь продолжаем играть GTA 5 онлайн. Сегодня у нас рубрика «Битва автогонщиков». Кукусяндр, дорогие мои. Сегодня, ребята, мы приехали в район гетто, именно здесь будем прятать друг от друга самые крутые дорогие тачки. Ну и, конечно же, потом попытаемся их найти. Ну а вы обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал и проверяйте колокольчик, должны ставить все уведомления. Ну а на этом все, мы погнали прятать. Давай. Первую машинку я спрятал вот здесь. Вторая тачка спрятана здесь. Третья тачка стоит вот тут. Четвертую машинку я спрятал вот здесь. Пятая тачка стоит вот здесь. Ну а шестая неподалеку стоит вот тут. Но восьмую, последнюю машинку я оставил вот здесь. И да, ребята, все тачки мы спрятали. Возвращаемся к Донни и начинаем. Итак, ребята, время мы запустили. В общем-то, погнали, братан. Спрятали все тачки. Давай. Ну и твоя задача мне рассказать... Да ладно. Чё, серьезно? Чё? Нашел первую тачку рядом с базой. Хорошая. Понимаю. Форма. Понимаю, это было слишком легко. Слишком легко, и, ребята, вообще хотел посмотреть на крышу. Ладно, едем тогда дальше. Ну, короче, твоя задача рассказать, где твои тачки. И все, больше мне ничего не надо. Ага, ну, хорошо, хорошая задача, но нет, не сегодня. Да почему? Ты не хочешь со мной контактировать, да. Нет. Сотрудничать? Почему? Ты коронавирусный, коронавирусный. Кто ты это взял? Не дай бог, не дай бог, вот реально. Я очень надеюсь, что все будет хорошо, ребята. Мне уж явно нельзя болеть этим. Да, но с Димой лучше не контактируйте. Так, короче... Нашел вторую тачку. А, стоп, я нашел, короче, лего-тачку, получается, лего... Феррари, нормально, понимаю. Понимаю, но минута уже прошла, и две тачки у меня уже есть. Лего, Феррари. Хера себе. Я нашел, короче, телепорт еще один. Телепорт? Да, телепорт. Слушай, ты так удивленно спросил, телепорт? Ну, а мы погнали дальше. Потом я проверю, что там в телепорте стоит, поэтому... Ты пока можешь мне рассказать, что там стоит, чтобы я знал, ехать туда или не ехать? Не, не ехать, точно. Ехать. Ладно, допустим, такая это же зона. Да, это зона, слава богу. Ладно, о, ищем. Халясо. Ищем, смотрим. Халясо. Да как ты халясо, ее заметил? Халясо. Она же стояла очень жестко. Халясо. Да я просто подпрыгнул вверх, смотрел. И там, опа, и стоит. Понимаю, красавица. Так тут это уже... Это не то, что надо. Подожди, тут как есть тачка, короче. О, нашел еще одну тачку, получается. Здесь есть тачка, говорит. Где? Ты сказал, здесь есть тачка такая, и вот тачку нашел, чё? А, там, короче... Данки стайл тачка стоит, получается, и она немножечко тускловатая голубого цвета, я хотел ее забрать себе, но нашел другую лего тачку. Это, кстати, mm-hmm. уже Porsche лего, ребята, новенькая лего машинка. В общем-то, за нее ставьте лайки определенно, если вам нравятся лего тачки. И, кстати, друзья, по поводу лего, у меня есть канал, и, конечно же, с Донни мы снимаем лего на нем. Ты жив? Здоров? Да. В общем-то, ссылочка на второй канал будет в описании. Обязательно, кто еще не подписан, переходите, подписывайтесь, потому что ролики выходят очень интересные, очень здравые. Вы такие никогда в жизни ни у кого не увидите, потому что мы максимально стараемся, да, Доня? Да, да, конечно. Ты что, полетел туда? В смысле? Я сказал, что да, мы стараемся. Подыграй хотя бы. Палит он здесь. Понимаю. О, в кустиках. Что это такое? Я три тачки только нашел. Кажется, скоро поеду в телепорт, потому что я хотел бы понять, что ж там ты нам спрятал. Прям вот очень хотел бы понять. Времени, кстати, 3 минуты уже прошло. Так, ладно, ищем тогда здесь. Может, тут что-то будет, а ну-ка. Я знаю, вот тут Юрка обычно мне ставил тачки. Когда мы тут снимали в этом районе, тут нет ничего. Здесь. Блин, а как туда проехать? Вот так вот можно, в принципе, проехать. А здесь у нас, ребята... О, нашел! Нашел! Только Юрка ставил сюда, а ты поставил сюда. Понимаю, ребята. Моя четвертая тачка, братан. В принципе, осталось найти еще 4. Что за новые флеши по улицам гуляют? Какие? Какие-то новые флеши. Тряпичные? Или Алькантары? Алькантара, да. Не знаю. Я их не встречал, я не знаю. Так, я... Ладно, еще посмотрим, я не все проехал, если вообще не будет возможности, вариантов. Ребята, кстати, пишите в комментариях, что он сегодня нам придумал, а ну-ка. Кто отгадает, дам печеньку. По почте России перешли. Вот чтобы ты этого не говорил. Почему? Потому что я знаю печеньку, давай сюда ко мне. Да ты не участвуешь, это нечестно. В смысле? А почему? В прямом, это будет нечестно.
Ну, надо вот мне каждую вот, серию вот потом вот что-то и... придумывать. Вот так вот и снимаете с ним видосы. Интересное. Ага. Так а что, нормально, мне все нравится. Печеньку, а говорит, дам, а почему не дам? Ну не тебе же, а подписчикам. Ты-то что, ты уже взрослый дядя. Я тоже подписчик, алло. Ты не подписан, не обманывай. Ой, вафля. Я проверю. Если подписан, ладно, перешлю как-нибудь. Так, ладно, короче, я ничего здесь больше не нахожу. Я, пожалуй, наверное, поеду сейчас в телепорт. Смотрю, что там в телепорте. Ну, тут тоже пусто. И ну, здесь да. Пусто. А, тут мою тачку нашел. Тут тоже пусто. И ладно, друзья, и кажись. А у меня больше нету идей. А я на Г-то еще не катался. Раз, в основном два, надо там покататься. Четыре. А, вот тут я еще не катался. Ты 5 тачек уже нашел? Да. А чё ты такой шустрый? Да нормальный. А? Вот ты жук. Для меня главное нормальный. Спрятал непонятно где. Я не могу ничего найти здесь. А сам там тачки тягает одна за одной. Понимаю, ребята, ладно. Но тут уже точно, чтобы уж наверняка удостовериться, больше нету ничего. А, погнали тогда на гетто, и у нас остался, получается, только там район, который надо обследовать. Хочешь, тебя обследую? Тоже ничего нету, к сожалению. Не надо, братан, спасибо. Чё? Почему? Почему так тоже ничего нету? И на билборде ты ничего не спрятал? Да ладно, друзья мои. Ага. Короче, погнали тогда в телепорт, я понял. Я больше ничего пока не нахожу, и это меня напрягает. То есть, ребята, нам осталось найти, казалось бы, еще 4 тачки. Времени прошло уже 6 минут, да. Срочно надо искать. Ты поставил, конечно. Я, конечно, расстроюсь, если все тачки окажутся в телепорте. Я просто в холостую тут катался. И вот он, получается, телепортик. Мы прыгаем. О-хо-хо-хо. Прикольненько. А, я понял. Тут летающая тарелка. А, тут летаешь. А где обратный телепорт? Слушай, а это же... А, тут две тачки. Я понял. Так, это... Ага, то есть мы, в принципе, можем сделать вот так вот. А где обратный телепорт, братан? Не знаю. Да я откуда знаю? Там я есть, все понимаю. Там есть по-любому где-то. Где-то есть. Я не помню, где, но где-то есть. Да, ищи. Я, короче, мягко говоря, потерял тачки. Я потерял все, что я нашел только что. А, вон, вижу. Вот это все добро. Подожди. Стоп, я, конечно, все понимаю. Давайте мы вот так вот спустимся. Ты что, обратный телепорт не поставил? А, вижу, все. Да все четко, все, я вижу. Я поставил. Что-то там это... Вижу. Ладно, ребята. Короче, получается, что я тогда обнаружил, если заберу ту тачку, 6 уже машин. А куда он ведет? А, ну все четко, да. В принципе, все четко. А, все, больше вопросов у меня к тебе нету, брат. Хотя не, есть. Где еще 2 тачки? Куда ты их засунул? Признавайся, да, я бегом. Я их никуда не засовывал, все нормально. Ну, что ты обманываешь-то, а? Да ё-моё. Я никогда не обманываю. А, давай. Я, может быть, не договариваю, но никогда не обманываю. Ну вот это договори сегодня нам. Обтери. Что? Что тебе? Обтери. Обтери. Перестань. Обтери. Так, я, подожди. Сейчас я в тачку сяду и перетрем. Да почему? Он не садится. А, это же полицейский. А, я понял, мы в него и не сядем никогда в жизни, потому что он полицейский. И это все, тоже, кстати, Лего. И не садись. Тачка. Не садись и тогда. Сегодня я обнаружил, получается, 4 Лего-тачки. Причем одна из них это новая Лего-тачка. А, точнее, 2 даже. 2 тачки новых. Так, давайте мы в него сядем, пожалуйста. Все, отлично, он сел. И давайте, погнали. Ребята, остается у нас буквально чуть меньше 3 минуток. А че... В смысле? Он что, зафрежный? А, он зафрежный. Я не знаю, наверное. Все, четко, да, все, теперь могу ехать. Да, так все, получается, я нашел 6 тачек. С тачкой? Ну да, прям. Я тоже заметил, что это просто полицейский, у него нельзя было сесть через F5, а я, блин, прыгал. Выгал. И все-таки забрал, я его забрал, окей. А где... Где я не был-то, а? Где еще могли быть 2 тачки? Ну тут вроде бы все, я просмотрел здесь, ты мою обнаружил, а свою не спрятал? А свою ты не спрятал, надеюсь? Нет, не спрятал. Ага. И тут тоже ничего пока я не вижу. Времени остается вообще кардинально мало, и ты ничего не видишь, перестань. Не обманывай нас. А времени осталось 1.5 минутки. О, нашел.
Я нашел. Мне осталось последнюю тачку. Она сломана. Она сломана, это Феррари Эфпина. Мне осталось последняя тачка, остается 1.5 минутки, ребята. 1.5 минутки осталось, и я так полагаю... А где, где? Я вообще не знаю, куда ехать. У тебя тоже 7 тачек, да, получается? Ну да. Максимально одинаково. Максимально напряженно. Остается минутка. Остается минутка. Да, блин. Ладно, обстановка времени нету. По кайфу. Да. Что правда, то правда. Я почему-то думаю, что здесь тачка. Или нет? Да нету тут тачки. Почему ты думаешь? Чутье подсказывает. Сердце. Сердце меня ведет к этой машинке. Наитие. А тут нету, к сожалению. Сюда. Наитие. Да. Но только оно не привело меня к ней. Ладно, братан, остается уже 20 секундочек, и я предлагаю тебе, пожалуй, заканчивать. И тут тоже ничего нету. И там мы тоже ничего нету, это был бой. А, нашел! Хера ты прям проорал. Я нашел! И, ну, как бы время уже кончилось, но я так как рядом, получается, ребята, нашел последнюю Лего. А тачку это Чирон! И время кончилось. А, 3, 6, 8. Да, у меня все четко. Из них, получается, ребята, аж 5 Лего тачек. У тебя что, показать последнюю? Да, если ты найдешь ее. Показывай. Так, а что ты не нашел? Интересно, так нашел. Давайте посмотрим. Прыгай, братан. Ну, как бы да, это жестко, это мои любимые козырьки, и вот здесь стоит машинка. Ну, я уже сюда как бы когда-то прятал. Понятно. Ну, на самом деле она не такая хорошая, поэтому, в принципе, не жалко. Ладно, ребят, получается, что так как я нашел 8 тачек от Дони, нашел 7 тачек балл, получается мой, а мы отправляемся на наше первое испытание. Итак, ребята, наше первое испытание это прыжок веры. Взял я новенький драгстер, а ты взял Порше. Давай попробуем. Давай. Я прям видел, как он летит в меня, но я ничего уже не мог сделать. Ты пролетел, да? Да. Ну да, я понял. 1-0, поехали далее. Главное не словить ветряк, ребята. Тачка прыгнет очень хорошо разгонится. Так, он пролетел, полетели. Да, все четко. Я думаю, это мой балл. Ну да, ты улетел далеко. Да. О, меня еще и ветряк просто выкинул, и, короче, я все ветряки пролетел. А, да, и ты спанулся, как и я первый раз. Понимаю. 1-1, и получается, ребята, решающий раунд. Давай попробуем. Давай. Так, чтобы было четко, я от линии начну. Все, погнали. Так, короче, главное сейчас пролететь. Ну, понимаю. Понимаю. Ну да, это... Подожди. Да, это мой балл, потому что здесь меня уже ничего не зацепит, и я дальше. Это говорит о том, что 2-0 по баллам, а мы отправляемся на следующее испытание. Давай. Итак, ребята, наше следующее испытание — это последний выживший. Приехали мы на военную базу. Я желаю тебе лишь только удачи, и я уже вижу роботов. Давай, погнали. Кто последний выживет, тот и молодец. Тот и заберет баллы, я напоминаю, нам нельзя тормозить. Ты... Братан, прости. Я в телепорт въехал случайно. Телепорт? Я въехал случайно в телепорт, да, там огромный телепорт. Я, пожалуй, больше там не буду кататься. Поехали к казармам тогда, я с тобой. Ну, как бы, как тут... Я понял, давайте вот так вот, поехали. Я не вписался. Ты жив? Да, пока. Еще? Пока, да. Ага, я понял. Я их вижу. По тебе палят? Да, по мне палят. Тихо, давай, живем. О, взрывы пошли. Живем, я врезался, живем, поехали. Это по о, тебе. Оу, все, да, взорвали меня. Нет. Да, но я-то еще живой, подожди. Максимально, тоже взорвал меня буквально через 10 секундочек. Ну что же, друзья, это мой балл. Мы отправляемся тогда на следующее испытание. Гоу. Итак, ребята, следующее испытание это дерби. Будет у нас две жизни, главное их израсходовать с умом. Что, вывалился, что ли, пожалуй, показалось нет, мне? Нет, нормально. Нет? Ладно. Я жив. Это хорошо, да, перестань ты. Да что? А, я понял. Сюда. Что ж ты такой противный, а? Я ж тебе ничего не сделал, я просто безобидная лего-тачка. Похоже на лягушку, кстати говоря.
Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейф. Да. Тоже. Угу. Кстати, да. Мягко говоря, похоже на... Ауч, пока. Я сам подставился. Да. Я просто сам подставился. Хотя красиво ты полетел на моем носе. Ну и да, ребята, получается, что это балл для Дони. 3-1, и мы отправляемся на следующее испытание. Давай. Веселье продолжается, потому что, ребята, следующим испытанием у нас будет эта спринг-гоночка с копами. Едем мы сейчас налево. 3, 2, 1. Погнали, братан. Давай. Аккуратно. Аккуратно. Так, копы выехали. Братан, за тобою. Даже вылетели. И вылетели. Отдайся в жертву, брат. Пожалуйста. Хорошо, после тебя. Я тебе доллар дам. Ты мне знаешь, сколько должен уже этих долларов? А вдруг поведешься? Повторно. Угу. Да-да, Феррари топчик, но бочком ходит. И очень сильно. Тихо. У меня скорости прям нет совсем. Это печалит. Ну, понимаю. Да держись ты, держится, слава богу. Едем мы, ребята, кстати, на военную базу. Ехать там еще 4 километра. Едем максимально мы ровно. Да, я понял. На поворотах, если ее уже понесло, то все. Крестись. И экстись. Ну, ничего. Дальше страшного. Ты не поедешь. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. Да догнать бы тебя как-нибудь. Может, ты врежешься уже во что? Я врезался уже. Было прикольно. Я, кстати, пролетел кому-то. Ой, меня развернуло. Голову состриг. Кому-то голову состриг. Да. Состриг. Ёп. Хера, я его поднял, ты видел? Да. А чё? Ладно. Такое бывает, это нормально, пацаны. Кстати, в Лего не такое бывает на втором канале. Реклама? Там эти машины обычно разлетаются, кстати, просто... Да. Тихо. Да ладно, ты чё, серьезно? Да, я, короче, врезался, и теперь, мне кажется, вообще тебя не догоню. Хотя, если тебя сейчас выкинут кто-нибудь... Может быть, я догонят, слышал? Кто знает. Задачу? Задачу слышал? Ну, это не мне, я набрал сдачу, а сдачу вылетишь попом. Братан, вылетишь куда-нибудь, слышишь? Слушай, я бочком хожу на S2K, стань. Да ты тебя мама что, не учила, что маленьких обижать нельзя? Придурок. Вывалился он на меня. На своем огромном, они мне еще и колеса пробили. Слушай, красава, здесь коп, короче, врезался в баррикады и сам их проломил, короче, для меня. Я понял. Я, короче, поставил пылестойкие колеса, надо было это сделать ранее. Но да, ребята, я просто тут уже не догоню. Меня тупо помешали вот на огромном таком УАЗике. Ах, обидно. Обидно, ребята, 3-2 по баллам. У нас уже, и я предлагаю тебе отправляться на следующее испытание. Ну, давай. Ну, последнее наше испытание, ребята, это съезд с горы Чилет. Задача проста, доехать до самого конца. 3-2-1, поехали. Давай. Ё-моё. А правильно ли я поступил, что взял такую малютку? Ну, кстати, а что вопрос. Это вообще за тачка? Тут минимал запчастей, минимум дело. Я, кажется, когда врезаюсь, лагает, FPS пропадает. Наверное, да. Или у тебя, хотя в S8 мы не сомневались никогда. Да, вероятнее всего, это моя... Да что ты? Ай-лай-лай-лай-лай. Понимаю. Она у меня не переворачивается, во-первых. Во-вторых, на ней, ну, просто нереально было чуро набрать, который последний нашел. Это же... Даже судьба мне его дала под последние секунды. Да. Не, это слишком ужасная тачка. Слишком ужасная лего-тачка, я бы так сказал. Ну ничего, страшного. Тяу-тяу-тяу. Не хочу тявкать. Тяу-тяу-тяу-тяу. Я просто страдаю на ней. Но не, это вообще, это Unreal, ребята. Это, да, вы сами все прекрасно видите, что на ней... Ужасно выступать. Ладно, Дони догнал нас. 3-3 по общему количеству баллов, но по времени уже будем заканчивать. Спасибо всем огромнейшее за просмотр. Обязательно ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь на наши каналы. Обязательно, ребята, подписывайтесь на мой инстаграмчик. Ссылки в описании. Всем удачки, всем хорошего настроения и пока. Пока.